Объявлен очередной 20-й по счету конкурс «Предприниматель года» по итогам работы за 2015 год. Как сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края, уже начался прием заявок. Подробности далее. Конкурс проводится по отраслевым группам: лесная, пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и прочее. И по размерам бизнеса малое и среднее предпринимательство. По итогам конкурса будут определены победители, которым присваиваются почетное звание «Предприниматель года» и «Лучший молодой предприниматель года». Решение принимает конкурсная комиссия. Победителям вручат памятный знак и почетный диплом. Церемонию награждения по традиции проведет губернатор Хабаровского края. Кроме того, предусмотрен и ряд других номинаций. Победителем номинации «Старт» признается начинающий предприниматель, показавший наиболее успешную стратегию и динамику развития. Номинация «Достойность» присуждается за создание новых рабочих мест, достойный уровень заработной платы, полноту и своевременность перечисления налогов и сборов в бюджеты разных уровней. «Стабильность» – номинация для компаний, демонстрирующих стабильность и эффективность стратегии развития. Итоги краевого конкурса проводятся в канун Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Это профессиональный праздник, установленный указом президента Российской Федерации. За 20 лет победителями и лауреатами конкурса стало около 1000 предпринимателей региона. Условия конкурса и перечень необходимых документов размещены на сайте малого и среднего бизнеса края. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса «Предприниматель года», можно обращаться в Управление малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития края по телефонам, указанным на экране.